Command console activated. Ё-моё, что за карта? Мне кажется, карта для машины хорошо подойдет. По-разному идут, подсветят мне немножко. А и где враг? А, понятно где. Врага шилд бота. Это нифига не прикольно на самом деле. Машинками накатим там с той стороны. Так, здесь мы срочно построим. Ай, срочно, нифига, срочно не выходит. Усилитель. Сосредоточьтесь, машинки. Ае, продавили. Фух, хоть что-то. Так. Успеют, успеют разобрать, не успеют. Успеваете, успеваете, блин, не успели. Какая жалость. Так, зациклим тут производство машинок. Ну, радости-то им давать не надо тоже. Упс. Так, у нас совершенно не хватает минералов. Усиливать надо энергетику. Какой-то капец, почему их так мало? Почему нам их не хватает, точнее?
Много хотим, да? Надо какой-нибудь радар еще сообразить. А то нифига не видно, что где происходит. Так, ну ладно, можно традиционно отвлечь и зайти снизу потом. То есть снизу зайти не получится таким. Составом. Ай, ё-моё, что же делать? Я вот этими машинками не умею играть толком. Но, кстати говоря, улучшилась у нас экономика. Происходит. Где-то стреляет. Нифига себе, сколько там пух. Блин, это просто какая-то убер-оборона. Все ясно, короче. Нам нужна артиллерия. И вообще нам нужна экономика, блин, которой у нас не хватает. Сейчас чуть-чуть полегче будет. Так, нужен какой-нибудь юнит еще, кстати, воздушный. Какой-нибудь воздушный завод бы. И может быть тогда мы сможем нормально бороться. Если он вперед нас не построит воздушный завод. Что тоже может быть. Так, воздушную оборону тоже надо строить, не забывать.
Так, что, построили, что ли? Так, где кто? Так, а что это артиллерия? Как она работает? Я ее вручную должен наводить, что ли? Она не самонаводящаяся. Так, доминатрикс он забирает юнитов себе, понятно. Ну давайте, друзья, что ли, нападем немножко. Что это за строение такое непонятное? О, я захватил командира. Чё, всем? ГГ? Противник сдался. Ну, кстати, может быть, рано он сдался. У него, в принципе, все так хорошо было утанковано. Наверное, поспешил. По металлу, вот, да, я стал его обгонять. Но радоваться-то на самом деле особо не стоит, потому что противник по рейтингу совсем новичок. По энергии я его превзошел, ну, самую малость, в общем. Были почти наравне. Были наравне, но экспансия немножко дала мне больше материалов, больше возможности построить юниты, но... Не знаю, почему он выбрал такую тактику глухой обороны. Остался вот в таком маленьком сегменте, не пошел никуда дальше, там по нижней стороне, по левой. Непонятно. Но игра есть игра. Спасибо за игру.